Отряд Гуэра, слышите? Джейн, слушай! В чем дело? Поздно, слушай! Дозор уже здесь! Может, узнали о наших разговорах? Уже лечу к вам! Что? Нет, нет! Они нас полностью окружили! Даже не смей здесь показываться! Вас из-за меня убили? Нет уж! Отец! Отец, где вы? Они атаковали церковь. Идемте, быстрее. Давайте. И почему я им не сдался? Отец, давайте обойдемся без этой театральщины. Здесь быть нельзя. Но это не значит, что надо лечь и сдохнуть. Вы должны спастись. Я серьезно. Вы мне нужны. Мы с вами заодно. Сэр, если этот гад Гуэра или как там его попробует добыть эти расписания патрулей, наша жизнь превратится в настоящий ад. Именно. Так что надо срочно выбираться из задницы. Есть, сэр. Мы выберемся из задницы. Я больше не хочу об этом говорить. Это имело бы значение, если бы меня это колыхало. А ведь не колышет. Ну же, Дор. Но я ничего не знаю. Вы со своими лаборантами следите за Хеллером с самого побега. Так что не говорите, что вы ничем не можете помочь в его поисках. Говорят, всем патрулям, которые найдут Хеллера, дадут премию. Да ты зеленее, чем я думал. Тебе на службе не место, слабак. Этот как мой. Байпер 1-2, говорит Чекмейт. Прием. Чекмейт. Вы должны отвезти сотрудника Беллами в зеленую зону. Даем координаты. Беллами VIP-персон Агентек. Главное защитить его от Хеллера. Принято. Если покажется хоть тень Хеллера, открывайте огонь. Убейте нахер эту сволочь. Хеллер атакует ученых Гентек. Неужто непонятно? Он и за мной явится. Да, вас переведут в зеленую зону как можно скорее. Хеллер не сможет пройти мимо такого количества целей. То есть мы для вас приманка? Спокойно, не успеете оглянуться, как все кончится. Доктор Кёниг. Сержант Хеллер, рад, что вы еще живы-здоровы. Вы ведь здоровы. Кёниг. Послушайте меня. Гентек заставляет на них работать. Я на вашей стороне. Я ведь пытался сохранить вам жизнь. Не так ли? Но сейчас не об этом. Хочу предупредить. Гентек готовит некую программу «Орион». Они выращивают, как бы сказать, суперсолдат. И их натравят на вас, сержант. Но их можно остановить. Только надо действовать сейчас. С чего я вдруг должен вам верить? Позвольте помочь, пожалуйста, иначе совесть заест. Если это так, мы продолжим. Прошу, время дорого. Исследование возглавляет доктор Дэвид Берг. Быстрее! Сержант Хеллер! Что такое, доктор? Проект Орион! Я теперь знаю, где находится их полигон. Я жду координаты. Конец. Если вы очень поспешите, то успеете нейтрализовать эту угрозу. Понял. Спасибо. Близки к прорыву, а, док? Скорее личное достижение. Я наблюдал за Хеллером, измерял его силу. Теперь я точно знаю, как его нейтрализовать. Убить его?
Доктор Кёниг, вы что задумали? О, не о чем беспокоиться. Я просто... Это вас не касается, командир. Лучше займитесь своими обязанностями. Хватит уже придуриваться. Обмануть меня хочешь? Кажется, я уже это сделал. Доктор Кёниг, как слышно? В чем дело, командир? Ред Краун указал координаты для отхода, если с Хеллером что пойдет не так. Вас будут ждать на базе 7. С дополнительной охраной, надеюсь. Этот вопрос решайте с полковником Руксом, док. Кем ты мог быть? Кем ты должен был быть? Я докажу это Мерсеру. Докажу, что он в тебе ошибся. И когда он осознает, каков ты, ты умрешь, и я займу твое место. Сукин сын. Надо сказать, доктор Мерсер, отправить разведку Гентек — великолепная мысль. Мы прорвемся в их силовую структуру. Сабрина Галлова уже метит на пост финансового директора. Так последуй ее примеру, Кёниг. Все должны быть на своих местах, чтобы перейти к операции в зеленой зоне. Конечно, сэр. Хеллер, тебя бы убить. Мне нужен был Кёниг, а ты помешал. Прихлопнул как муху. Тебе стоило сказать, что нас тут больше двух бегает. Я уж молчу об этом сраном чокнутом ученом. Ну, теперь знаешь. Мы в Гентек. Мы в черном дозоре. У нас глаза и уши повсюду. Ты собираешь армию? И когда нас наберется достаточно, мы с тобой возглавим атаку и сотрем с лица земли и Черный Дозор, и Гентек. И вирус. Что? Вирусу тоже конец, так? Им всем. Таков план. Осталось недолго. Приготовься. Лживая тварь. Отец. Приходи ко мне в зеленую зону. У Афины плохие новости. У меня тоже. Мерсер нас всех в конец запутал. Он что-то задумал. Джеймс, ты и половины не знаешь. Уже иду. Что у вас есть? Сюда. Вот, взгляни. Первая вспышка произошла на Пенсильванском вокзале. Затем, год спустя, вторая вспышка. Человек Афины тщательно все проанализировал. Воздушные пути, водопровод, все способы распространения вируса. Так, у нас нет на это времени. Мерсер. Вот. Так, то есть вторая вспышка началась в том же самом месте, что и первая. Смотри. Ах.
Он убил их, отец. Майю и Калет. Я знаю. Мы выясним, что он задумал. Остановим его. А потом я раскрою ему его сраную рожу. Ладно, но с чего начать? У меня ничего нет. У Афины тоже. Мы прорвемся в силовую структуру. Сабрина Галловой уже метит на пост финансового директора. Сабрина Галловой? Она подставная. Она следит за Гентек для Мерсера. Да, знакомое имя. Сюда! Сабрина Галловой, финансовый директор Гентек. Дозор собирает о ней сегодня особое совещание. Где? Говорит лейтенант Клинт Райли, или Касл. Подчиняюсь капитану Дугласу Руксу. Чекмейт. И вы также подчиняетесь Руксу. У нас есть основания полагать, что два объекта развивают деятельность в зеленой зоне. Первый сержант Джеймс Хеллер, сбежавший подопытный. Он вооружен, очень опасен и подозревается в похищении доктора Антона Кёнига. Приказ прост. Открывайте огонь. Второй объект. Отец Луис Гуэра. Известный агитатор и террорист. Мы считаем, что Гуэра – соучастник Хеллера. Поэтому приказ тот же. Всем всегда быть начеку. Возможно, Хеллер пытается уничтожить администрацию Гентек. Вероятная следующая жертва – Сабрина Галловой. Вице-президент Гентек. Редлер 3-1. Вы на охране. Инструктаж завершен. Свободны. Сюда никто не войдет. Браток, сплетни ты уже слыхал? Этот Хеллер, говорят, куда угодно пролезть может. Даже нафиг невидимкой стать. Ты хоть понимаешь, как тупо это звучит? А как он тогда это делает, браток? Как он всюду проникает? Опа, и возникает из ниоткуда. Если не прекратишь называть меня братком, я тебе в репу двину. Выглядишь, в чем дело? Я уже 3 дня не сплю, Том. Что? Почему? Потому что у меня мишень на спине, тупица. Я знаю, на что способен Хеллер. И кто ему нужен?